это голод, господи, такой, а? Простите. Эй, вы как? Все хорошо. Все будет хорошо. У меня все будет хорошо. Сейчас мы с тобой немножко покатаемся. Блять, ну точно не сюда его везти. А что, на дороге, что ли, бросить? Здрасте. Здрасте. Блять, он смотрит на нас. Стас, давай оставим его просто в багажнике, ну, прикроем простынкой. Может, просто следующий водитель не заметит его. Ты ебанутая, что ли? Катюш, а чё он голый-то? Стас. Это больной безумный мир. Я тебе говорил, надо валить из этой страны. Ага. Овца, блядь. Все, Кать, давай его здесь оставим. Нет, ну, Стас, давай завезем его внутрь. Да врач выйдет, заберет его. Нет, Стас, завезем его внутрь. Да не хочу я светиться. А если тебя камера засветит? Какие камеры? Вот это, например. Ладно, поехали. Стас! Больница недалеко, скорая подберет его. Ну да. Эй, вы чё? Всё, Катюш, я заебался. Привет. Виделись уже. Сука. Тормоза, Стас. Вот сажусь в машину сейчас. Только я еду, пожалуйста, отправь документы Спиваковскому. Он вредный дед, обязательно перепроверь, чтобы он их получил и прочитал. Да, погоди, сейчас я на громкую связь тебя выведу. Ага. Так. О, нихуя. Нихуя, мужик. Мужик, ты живой? Мужик. Блять. Блять. Чё вы эти в рот? Юля, блять. Юля, это пиздец. Юль, блять. Это прям пиздец. Блять.